успехов, радости, веселья, любви, желаний, исполнения. На-н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 а. На-н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 а. На-на-на-на-на-на-на. Днём рождения, успехов, радости, веселья. Сосик, ну ты ёбнешь, орать! Чё, глухой? Сосун! Блядь! Ну чё вы от меня хотите? Ну как что? Сюда поёшь одно и то же, ну задолбал уже! Не орите на меня нельзя сегодня голос поднимать! Позвольте объяснить, мистер Сосун, почему на вас нельзя сегодня голос поднимать? Что вы опять тут не поделили? Да тут нам предъява от Сосуна поступила, что якобы на него сегодня нельзя голос поднимать. А, вот сегодня с утра такое. Я сначала тоже злилась, потом как узнала, успокоилась. Забейте. Что узнала? У него сегодня день рождения. Его с утра все звонят, поздравляют, он гордый ходит, что все о нем вспомнили. Нихуя себе, сосулька! Это сколько тебе сегодня стукануло? Я тебе не сосулька, у меня имя есть. Да ладно, ты не быкуй. Колись сколько. Сколько есть, его, все мое, не ваше ума дело. Слышь, блядь, ты с кем так разговариваешь? По швабре соскучился? А что вы от меня хотите? Отвертку мою попочку воткнули, из маленькой пулевой дырки большое отверстие делали. На немецкий флаг еще порезали. И что теперь? А ты бы, сука, не дергался, мы бы все аккуратно сделали. А теперь вот ходи с пробоиной в жопе, сам виноват. Ладно, ладно, господин. Ну если не секрет, сколько стукнуло? Секрет. Давай, Штирлиц, скались уже. У меня сегодня юбилей, я 30 лет живу на белом свете. Да ладно, это знаменательная дата, надо отпраздновать. Угу. Что ж, Мот, хочешь жениху замять? А ну-ка давай представляйся. У меня денег нет. Сосун, ты в чужой монастырь со своим уставом не ходи. Я не знаю, как у вас в Узбекистане, но в России так у тебя не получится. Если хочешь тут жить спокойно, обязан проставиться. Ну что, девчонки, устроим чуваку нашему днюху, как полагается. И вы были бы в деревне, отпарили бы хорошенько. Ну да. Вообще хорошо подарок, конечно, подарить какой-нибудь. Жалко, денег нет. Да не пошел бы он нахуй, так сойдет. Вот куда он, кстати, съебался? Да ушел куда-то, не знаю. Наверное, стыдно стало. Сколько он нам нервы потрепал. Ничего, поплачет и назад вернется. Зима на улице, куда он денется? Наташ, я тебя умоляю, ты сегодня хотя бы не пизди его. Пусть парень один денечек отдохнет и походит спокойно. Бабы, это пиздец. Что случилось, а? Откуда хапчик, народ? Это облава 100%. Да похуй, пусловий, да жрать хочу. Да, стоять. Все это как-то странно и очень подозрительно. Да, девки, не трогаем, вас по-любому подставить хотят. Mm-hmm. Да, это точно. Нам на халяву этой жизни только пиздец полагается. Mm-hmm. Я знаю, что это. Что? Что? Не томи. 100% нас этот хуеплет отравить хочет. А Виолетта где? Она же никуда не собиралась с утра. Сука! Он ее уже убил, наверное. Ну помнишь, она ему жопу порезала же на британский крест. Мстит? Вот гандон! Это он одним разом от всех нас избавиться хочет. Ну и гандон. А вот что так кивнула сидеть? А ты живая? В смысле живая? Мы думали тебя, сосун, того. Убил уже. Вы чего это, девочки? В смысле? Не тупи, на стол смотри. Ну, вижу стол. Отрава! Как? Как им кверху? Да вы вообще что ли с ума сошли? Это я ему денег дала, чтобы он стол накрыл. Жалко ведь день рождения у человека.
Молодец, плов откуда-то притащил. Какая трава, вообще с ума посходили. Интересно, а где он вообще сам? Вот это и подозрительно, вот где он ходит? Нихуя себе! Сосун, да ты прям мачо! На тебя не узнать, красавчик-то какой! А чего это ты так разоделся? Как-то непривычно. Где твои фирменные трусы? А то мы уже привыкли, что ты как банщик ходишь. Что, не ожидали? Я вообще-то княжеских кровей. Ой, блядь, Сосун, хватит! Знаем мы таких князей. Два барана, три овцы, уж и князьями становитесь. Ладно, Аня, тормози. Пусть сегодня себя князем почувствует. Ну, праздник же. Но ты ошибся. Ты не князь. А кто? Ты, Сосун, султан. Сулейман? Сулейман. А Виолетта его Сюрема. Сюрема? Сюрема. Вообще не сдаюсь. Да. Так, все, хватит. Девочки, все, хватит прикалываться. Достаточно. Да, так и будет сегодняшнего дня. А вы мой гарем, мои наложницы. Слышишь? Ты берега-то не путай, а то сейчас этот плов тебе в дрябую твою задницу затолкаю. Опять пил, что ли? Ой, Николай, ладно, сегодня день рождения, простите. Прошу к столу, дамы. Приятного аппетита. Девки, давно вы так не отрывались. Да, классно сидим, как будто весь мир наш. Сосун, телефон. Ну, Сосун, глухой, блядь, что ли, телефон. Да, Маш, забей, пусть звонят. Заебали. Они звонят целый день. Теперь смс-ки сыплются. Ну, открой, прочитаем. Посмотрим, кто поздравляет этого придурка. Да? Да пусть порадуется. Давай. Посмотрим. Так, что тут у нас? С днем рождения, Сосун. Поздравляет Карен. Карен.
С днем рождения, брат. Каха какой-то, блин. Каха? Звонит. Сочи, что ли? Так, следующее. Если много насыпать в плов, будет... Чего? Если много насыпать в плов, будет смертельная доза. Будь осторожнее, не спались. Я же вам говорила, что этот гондон нас отравить хочет. Девки, мы все этот плов жрали. Мы умрем. Так, быстро пошли. Куда? Куда? Плевать пошли. Надо вырвать эту плов. Еще Виолетте надо сказать. Он мне, знаешь, сколько хуйни это напихал? Пошлите. Ладно, пошли плевать, только осталось одно незаконченное дело. Какое? Сейчас покажу.